Мы, в общем-то, первый раз именно непосредственно в самом Кыргызстане на выставке решили принять своим единым стендом, показать продукцию, которая производится на предприятиях легкой промышленности Республики Беларусь. И, конечно же, посмотреть предприятия. Вот мы уже у нас в программе есть посещение некоторых предприятий самого Бишкека, развитых предприятий. Что ожидания? Конечно же, во-первых, через вот это погружение в среду, в страну, в такую, скажем, взаимоотношение не только через телефон, а такую тесные переговоры глаза в глаза, конечно же, хочется достигнуть каких-то договоренностей по взаимовыгодных поставкам продукции как в одну, так и в другую сторону. Мы, по крайней мере, знаем Республику Беларусь, вашу страну, как, скажем, страну, где развивается в том числе отрасль легкой промышленности.